На канал «Экзегет» поступил следующий вопрос. Грех ли стремиться во всем получать удовольствие? Ну, конечно, человек так устроен, что так или иначе стремится там жить, где полегче, где послаще, где повкуснее, где попроще, где безопаснее. Есть такой инстинкт самосохранения, который нас еще к этому подталкивает. Но у нас всегда возникает такая дилемма, как нам жить. Жить ли по плоти, по законам плоти, либо жить по законам духа. Но каждый из нас имеет опыт жизни по плоти. Ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит рано или поздно к падениям. Если мы везде ищем удовольствие, особенно какие-то плотские удовольствия, то так или иначе мы приходим к такому состоянию, которое называется фрустрация, когда человек не может получить удовольствие. Когда обстоятельства складываются так, что то та или иная страсть просто не удовлетворяется. Человек чревоугодный, страдает чревоугодием, а ему нечего есть. Или человек блудник, а он не может блудить по разным причинам. Или человек властный, а он не может проявлять свое тщеславие, свое самолюбие, потому что его смиряют. Тогда возникает у человека невроз, психическое расстройство, потому что он не может удовлетворить то, что он хочет. И, соответственно, он пребывает в унынии, пребывает в таком расстроенном состоянии. И теряет совершенно всякую свободу. Свобода заключается не в том, чтобы удовлетворять страстям, не в том, чтобы получать удовольствие, потому что удовольствие становится в таком случае идолами. А всякое идолослужение всегда делает человека рабом этих идолов. А свобода заключается в том, чтобы искать не удовольствие, а искать богоугождение. Это разные плоскости. Одна плоскость плотская, там, где есть так называемые удовольствия, идолы. А другая плоскость духовная, там есть богоугождение. И вот в плоскости духовной, там помимо трудностей, несения креста, борьбы с собой, помимо скорбей, которые мы переносим, там всегда присутствует радость и свобода в Боге. Когда мы становимся рабами Божьими, когда мы становимся людьми, имеющими опыт стяжания Божьей благодати, когда мы чувствуем любовь Божию, это самая большая радость. Самая большая радость чувствовать любовь Божию. Радоваться этой любви Божией. Благодарить Бога за то, что Он нас любит. И любить Его в ответ. Человек не может не любить Бога, если он чувствует Божью любовь. Поэтому будем искать не удовольствий, а богоугождение. И в этом богоугождении мы получим свободу. Как сказано в Священном Писании у апостола, к свободе призваны мы, братья, но только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.